стаков на войде. Сорви на несколько секунд, с него стаки спадут, он обратно заберет. Хорошо? Скиллбот-то анонсите, я фл-стойку прожму, деф прожму и сорву. А ну, Войд, проанонсить. Там смотреть не могу. Войд, проанонсишь, хорошо, он тебя заберет, чтобы остальные ДПСили. Будем в одного танка идти сейчас. Я сейчас этот, спекну с ДД, чтобы разносить этих ебаных ушлепков. Дальше. Соответственно, смотрим. Босса поставит Войд, ну знает, как ставить. Где-то примерно за боссом, прям за боссом должны стоять вы. Я буду стоять вот в этом углу. То есть хилы. Далее, назад, следи. Зубы в пустоту не отдавай. Как его? Будут... Босс будет кидать порцию. Если по тому человеку, на ком висит порча, он несется 45 и выше, то есть 45 плюс дамага, то появится два злобных беса. Их надо будет очень быстро убить, ребят. То есть я буду постараюсь это отследить. Их надо будет очень быстро убить, потому что они, во-первых, ебашат очень сильно. Во-вторых, при 20% они начинают каст импломизация, как на магике Гер. И они просто шотнут рейд. Это, надеюсь, понятно. Дальше. В рейнджу... это я помню. Далее будут кидаться метки. Сейчас я вам скажу, какая метка демона. Вам надо будет выбежать из рейда. Первый выбегает постоянно, то есть нечетные выбегают направо, четные выбегают налево. То есть не к самой к стенке, потому что я это сейчас объясню. Вы выбегаете, чтобы метка демона не перебросилась на других людей. Это раз. Во-вторых, с меткой демона вы выбегаете, это не убегает только хилы и танк, который танчит босса. Соответственно, как его? Вы выбегаете, у вас будет кнопочка под, выше панели скиллов ваших, чуть-чуть выше по центру. Будет кнопочка «Уход в медитацию». Вам надо будет уйти в медитацию только тогда, когда у вас будет full HP, когда активируется эта шмотка, кнопка. Соответственно, до того момента, пока она не активировалась, вы стоите вдалеке. Если вы РДДшник, соответственно, бьете босса. Если вы милишник, просто стоите. При ориентировочной метке это... Дай-ка я сейчас ГБ поставлю. Сапроты, кстати, всем нужны. Сейчас я саппорта возьму, позже выдам. Так. Дальше. Где там? Примерные ориентировочно. Вам надо, считайте, от жопы босса выбежать примерно вот так вот. Дымки сейчас накидаю. Это примерное. Так, где? Вот... тут. То есть первая выбегает с меткой демона направо, вторая налево, чтобы тот, который выйдет с медитации, не попал опять под метку, опять под метку демона. Дальше. Когда вы заходите в медитацию, вы телепортируетесь в другую комнату, там будет один моб. Чтобы выйти из медитации, вам надо убить этого моба. Соответственно, моб вас бьет, и вас бьет дебаф. Когда вы находитесь в этой медитации, он настакивается все больше и больше. Дальше, когда вы бьете этого моба, с него падают такие сверки, что-то в этом роде, такие кругляшки, блять. Вам надо через них пробежать, чтобы вам похилиться. Надеюсь, понятно. Далее убили моба, вышли с медитации, заходите в центр, бьете босса. Паладин может уход медитации скинуть баблом. Хожу налево, имею в виду. Надеюсь, понятно. Дальше. Почему вы не убегаете слишком далеко? Потому что, первое, босс кидает демоническую длань. Брейд, я сейчас линкану. Демоническую длань. Он ей дамажит только по тому человеку, который, соответственно, находится дальше всех от босса. Ебошит он сильно.
То есть, соответственно, если мы будем стоять все под боссом, нам будет вылетать по 8к дамага и вылезать 5 демонов. Демоны также дамажат. Соответственно, чтобы демоны вас особо не напрягали, я буду стоять в сторонке, хилы. То есть на мне тоже ассоциируйте внимание, потому что надо будет меня очень жестко хилить. А так ничего сложного. Главное, с метками не прослакайте и не умрите в медитации. Так, рыбу поели. Ты мне ассиста дал? Звезде этот, как его, обмен даем. Я кину вам эти, как его, сопроты. Как мне его держать? Я не помню. Да вот, примерно, видишь, синяя метка? Вот как он примерно стоит, вот там ты должен быть стоять. Можешь даже чуть-чуть подальше. В дымок с медитацией. Когда медитация будет, в дымок отбегайте. Да. Это примерно. То есть слишком к стенке вам нельзя отбегать, потому что иначе демоническую длань словите на себя, и я демонов не убью. И вам придется, отвлекаться на демонов. Соответственно, ДДшники, готовимся, что я буду кричать. Не кричать, а говорить, что мне нужна будет помощь. Соответственно, должны будете залить, демонов маленьких. Все сопроты получили. У остальных, я надеюсь, есть. Так. Сейчас я тринечку еще одену одну. Где там? Меняй трини, у тебя и так ДПС с головой. Да, вот. Нормально, одну я триню заменил, не хватит. Что там по пристабафу? Давайте, фулл баф дали. Сопроты пропили. Чего у тебя, сопрота нету? Не, я кидал, у тебя постоянно кто-то в обмен кидает. Все, остальных, надеюсь, всех сопрот есть. Давайте еще раз чек на готовность. Чуть-чуть зашли, потому что комната закрывается. Отчет на пол. Геру только по моей команде. На пол Вайдальрей. Так вот. Геру. Так, не вижу метка демона. Метка демона на мне, отлично. Бьем. Далеко не отходи, ближе чуть. А кто отошел? Семя порчи не отходишь. Нет, обратное. Я скажу, кому надо будет выйти. Твой лобосос. Вышел. Байда, прохиливаем. Тавар, забери. Фрэнк Фишер, захильте. Фулл хп будет, заходи в медитацию. 2 секунды забыл. Эльрей вышел. Вышел. В медитацию, челанчик. Моб высирает под себя сферы, сразу к мобу подходишь. Так, РДД, помогли с мобами, быстро. Прохил меня, Войд, прожимку дай. Помогли. Рей, на фулл хп заходи. Угу, отлично. Фрэнфиш, метка демона.
Лопасос, выйдешь, залей инер мне. Далеко вышел. Кто? Залейте бесов. Бейте моба. Я ухожу в медитацию. Метка демона на мне. Чисто босса играйте. Пол ДД по боссу. Изи. Долгонога. Вот! Чуванчик, чуван, бери себе сразу долгонога. Да подожди, какой бери, я этот раздоначу. А, ты хочешь так? Ну смотри. Да, я... смотри, там еще локу надо. Лок, так. Ты не против, если... Ну давай паролем. Просто я себе этот раздоначу и беру топовое кольцо, и я фулл бис персонаж. Ну ты красавчик, конечно. Но другие-то не дают 20к, наверное, да? Ой, вот давай, Войт, с твоей, блин, заберу себе чешку, ты не будешь мне сейчас ничего говорить, ладно? Ну, так я не фулл донатный пацан, наверное. Так, так что все, давай молчать. Давай, короче, ладно. Давай лучше пацанам, которые нормально играют, там, не донатят. Да-да-да, вот, на вот, Уилл Рей. Да-да-да, вот, нормально, конечно. Да, Уилл Рей тоже не донатит, он заодно со мной. Чего? Кто донатит? Влад. Влад, зайди на Машу, сделай квест ей. Зайди на Машу. Так, рольте. Давай я поролю. За пацана ролю, за Лока. Он боится. За Лока ролить? Я тоже готов. Давай. Чисто за Лока. Хорош. Такие интересные, блин, все шмотки выбиваются, вы их донатите. Да, роль, что сделаешь? Роль. Будет, выбивается, не выбивается, мы сюда часто не ходим. Чё ты там пророл, вышел? Нет, ну, 35. Ну, а у тебя 38. Не? Ну, я не, вырылил, да. Да фреш-фиш вырылил, отдавай ему на АДК. Не против, я найду, что с ней поделать. У меня фантазия богатая. Ой, спекайся. Набирать и ебошить. Да. Блин, зачем я ее донатил? Кинь Маше пати. Зачем Лок пошел в этот инс, да, скажи? Ну, в смысле? Он вырвал, я бы ему отдал. В чем проблема? Ох, и царь, ты эмоциональный. Ох, и кричишь. Успокойся. Ты вырлил. В чем проблема? Берешь, доначиваешь там, и все нормально. Да, все, я уже Тёма, раздан... как тебе мой захил, а? На все хп тебя не, поднимал. На план... Да, молодец. Я ничего не говорю. Сейчас вот этот хорошо все сделали по тактике, зашибись. Все заебись. Пришли, увидели, победили, но... Я заступал на эти яйца, которые там он высирает, дубовую кожу пожрал, и вот за 3 коста убил его нахуй. Ну, это... Я сожрал только одну сферу. У него там сколько? Для РДД тактиков, там, ну, тактика для РДД такая, стоять сразу под моба, сразу моментально под него. Я видел, что он прям рядом высирает это говно, но я 2 раза в него кастанул, он сдох. Ну, это хорошо. Может, ты заберешь? Кило надо тебе будет, или у нее тут мунька какая-то сомнительная? А в мунке нам можешь прыгнуть, если хочешь. Лок, ближе подходи. А, не, не надо, в хилом будь, хилом лучше будь. ДД у нас хватает. Ты посмотри, у нее же квест есть, правильно? Что там, где там еще лопало? Только триня? Там еще плащ какой-то, я забыл. Что там дне пустоты когда будет? Да, когда плащ. Вот сейчас он будет. Потал кому-то, не?
Не-не-не, кому нужен плащ? За плащ. Там кто-то вроде писал. Хожу налево надо плащ. А, сейчас. Поставь групп лут нахуй, не еби мозгу. Ну ладно, я групп лут поставлю, иди забери его. Долгонога? Да-да, долгонога. Тень загрелась. В отличие от тебя, я ее паролил, блин, а не забрался. Блин. Войд, аккуратно. Блин. Не могу забрать. Да захилю, Войда, не проблема. Хожу налево. Давай, иди забирай, чтобы не пропало. Седать, меня избавили, да? Твою мать, а? Вот. Сколько писать? Дай вообще ассиста мне, царь. Сейчас дам. Сейчас дай его. Че как надо. 4 хила пойдем. В... 2 хила, в 3 хила пойдем, можно. Ой. Да, на это можно. ДПС до жопы хватает. Да босс манекен, че. Ну так это прыгать по квадратикам, хуй как весело. Считай, в Тетрис играешь. Ты ж говорит, ДНМ Твинк, отдадим кольцо другому. Тёма, я так и не понял, ты сегодня играешь с ЛК или нет? Да, 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 да. А тебе счастье. Я надеюсь, у нас фулл гильдия будет, или этих еще будем добирать? Фулл гильдия. Добор на этот Сириус идет только за ЛК. Ну, если вдруг захотим там профессоров потратить, то можно. Чё? Да ты знаешь, из них полезные по факту, только, блядь, этот самый вар, который дает сколько, 40к, и ДЦ Прист, всё. Остальные там мусор мусором. Умора тоже неплохо. Умора дает. Ну, ДЦ Прист и за Т5 своего. Так, да, вот сюда. Так, здесь. Косуки. Здесь шкаф, пожалуйста, я прису монти этого друида. Лок, шкаф, пожалуйста, поставь. Угу. Прису монти. Я бы вообще перетащил эту гильдию сюда, просто надо как-то уговорить их, все. И решить. Они не пойдут. Ну, надо сделать так, чтобы пошли. Да, предложите им это, ЕП-ху стартовую. Для того, чтобы, ну, да, они пошли, 15к ЕП минимум им нужно. Не, хожу налево. Ты знаешь, куда идти на гневу пустоту? Да. Если, давай, что... если они у себя ЕП-ГП делают, то предложите им скопировать их приоритет в циферках в наш приоритет. Фу. Да, если они себе дают за целка 10 по 30к ЕП и придут к нам? Накрутят и как бы. Нет, можно штаб еще сделать. Речь не о том, сколько там дают, а о приоритете. Приоритет можно искусственно сделать и по ЕГП подровнять, и приоритет сделать цифру, которая нужна. Да не знаю, ой, если у нас есть наша система, просто дай им, ну, ЕП сразу большое, чтобы у них был приор и все. Ну, я про это и говорю, так и сделать. Но то есть я предлагаю, например, пятнашку дать им, чтобы у них сразу, да, ролл был. Кому? Ну, а там недельку. Будем другую... честны, Метису можно ничего не давать. Он это просто... Ему может даже не заполнять, по-моему. Так ему там и не нужно ничего. Так. Ему сразу ГП максимум. Ладно, стопните флут. Сюда. Суки. Дальше. Давай, Войд, сюда. Да. Вот. Я забыл, что тут за тактика. Сюда встань. Вот где я стою. Так, ты тут будь тавр. Дальше. Эльрей. Там типа дальше. На клетку вперед надо пробегать, да? Да, лужу дальше. Оставил, прыгнул, лужу оставил, прыгнул, лужу оставил. Вот сейчас я распределю. Так, дальше. Давай, хожу налево сюда. Лапа, встань на место. Ой, назад. Это мило. Так. Кто там? Угу, угу. Сюда, сюда, встань на мое место. Так.
Локси, да? Тём, а такой вопрос сразу за Лока. А порталом он может скинуть? Нет. Луч или нет? Нет. Угу. Так пусть портал так, здесь поставит. И царь сюда. Ну, эти АФКшеры, конечно. Эльрей, встань вот сюда. Царь на твое место встанет. Ты кошем и добежишь. Ничего сложного. Кошем скидывается, да? Да, да, да. Объяснишь в общих чертах, да, что делать? Да, сейчас объясню все. Царь сюда это, встань. Тут что там, это лучи не перекрывают? Блядь, встань, да, сюда и помолчи. Дальше. Ребят, у него есть фаза изгнания и вот обычная, как он здесь сейчас стоит. Дальше. Босса я веду вот сюда. Стою, то есть здесь вот он чё. Далее, вы не двигаетесь нифига, пока не будут три луча. То есть босс будет кастовать какой-то каст, не помню, какая хуйня будет. Сейчас дымок кину. Вот отсюда будет такая зеленая сфера. От нее пойдут на вас три луча. Эти три луча не должны ни в коем случае не соприкоснуться с друг другом, иначе вы будете нахуй летать по комнате и просто сдохнете. Далее, что вам надо сделать, если вы будете с лучом? То есть вам надо, на вас луч повесился, вы сразу делаете шаг вперед. То есть, как он, когда на вас висит луч, у вас будет разливаться лужа. То есть вот эти квадратики примерно... вышли сразу луч, да, на вас, шаг вперед сделали, лужа разлилась, шаг вперед, лужа разлилась, шаг вперед. Так и можете идем. Бегать по всей комнате, соответственно, если будет слева, то есть один по центру может идти, второй луч может идти справа там, то есть вот тут вот главное место босса не засирайте. Второй может третий может с лучом идти налево. Далее, этот луч можно сбросить кошем. Дальше баблом, дальше бопом, так, еще чем, блядь, глыбой. Это все, что можно этим скинуть. Соответственно, хожу налево. Если что, вешаешь, как его, боб или на чулана, или на царя обезьян. Там по обстановке. Ой, это... Надеюсь, понятно. Тем, можно еще немножко добавить? Они лужи разливаются этим лучом, по-моему, каждые 5 секунд. Можно в голове просчитывать, и чтобы не ловить от них лишнего. Да, там лужа разлилась и побежал. Там она бьет по 2к, ребят. Но по 2, по 3к. Соответственно, когда вы будете убегать от нас, вас могут не прохилить. То есть, ну, тавр, если что там побегает, похилит. Далее, соответственно. Когда будет фаза изгнания, босс будет уходить вот там, где сейчас стоит дымок, он станет черным, как примерно в обычке. Он не будет ОЕшить. Что вы должны сделать? Вы сразу бросаете все, лучи уже, когда будет фаза изгнания, лучи пропадут. Соответственно, вам надо будет встать под жопу босса. Иначе, босс будет перед собой, то есть в таргете на меня держать, соответственно, будет какого? Хуярить дыханием. Это дыхание откидывает и ебашит по 17к. Надеюсь, понятно. Дальше, на этой фазе знания. Кто у нас побольше самый дает пейс сейчас? Царь? Да? Я так думаю. Он пока настакает. Мне кажется, войду лучше брать. Ну, я до этого времени уже настак. Соответственно, когда он уходит в фазу знания, его никто не бьет. Потому что дымаг возвращается. Будете бить только по моей команде. Хорошо. Войд. Шаришь, что делать? Вообще не сюда шарю, бежишь. Да. Сюда бежишь. При фазе изгнания через несколько секунд, вот где я вижу здесь, да. Угу. Бежишь сюда. Тут появится сферка. Тебе надо через нее пробежать и поймать баф на увеличение дамага. Далее будет сферка под телескопом. Она. Этот баф, который ты словишь, это синий баф. Эльрей, ты можешь взять зеленый баф под телескопом. Соответственно, здесь я баф возьму на танка, чтобы не сдохнуть. По тактике это все. Если вы не накосячите с лучами, все будет нормально. Чек на готовность. А когда бить-то вообще? Ой, если на тебе луча нету, вы идете бить босса. А, о, вот ты про это смотрите, не сказал. Очень важно идти к боссу не вот так, а за спиной. То есть вот так вы назад идете и вот так проходите, чтобы не через луч, соответственно. Ладно, сейчас пыльнем, посмотрим. Так, еще раз чек на готовность.
А если я баблом скинул луч, может еще раз на меня принести? Да, нет. То есть луч за одну фазу, то есть фазу обычную, до фазы исчезновения кидается только один раз. Если ты скинул баблом, идешь бить босса. То есть, соответственно, скинули лучи, идете бить босса. Так, все там вроде готовы. Отчет на пол. Врата пустоты, готовимся. Лучи, шаг вперед. Шаг вперед. На ком нет луча, бьете босс. Аккуратно. Так, ой, да, на это. Главное, не соприкоснитесь с лучами. Это самое главное. Я забыл, что я хилю, честно. Чулан направо поверни. Главное, не в лужу. Вас там подхилят. Вниз можете идти, вниз можете идти. Можете обратно идти, то есть, как его. Главное, не по лужам идите, и лучи должны в раздельности быть. Лока там похильте. Все, фаза из этот изгнания. Побежали за босса. Бегом, 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 бегом за босса. Быстро за босса. Можете через него идти. Дыхание пустоты. Войд, слови там луч, куда я тебе говорил. Ти. Взял. Вон, видишь, сверка. Зеленый сзади Эльрей есть, что? Вон, видишь, зеленая. Эльрей, можешь схватить ее. Теперь так, готовимся, готовимся. Боссу иди, куда пошел? Бьем босса, дай боссу Геру. Партись на него. Дай Геру. Главное, не перед лицом стойте, иначе тебя откинет. Партись на кого-нибудь из нас. Ты этот можешь сразу, можешь сразу туда бежать, как его, просто словишь и за спину босса. Сейчас главное по местам каждый на свой. Запомнили, клетку. Надеюсь, свое место. Сейчас будет обычная фаза, обратно станете по местам. Все на свои места. Встаем, встаем на места, быстренько. Быстро, 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 быстро. Врата пустоты. Три луча, шаг вперед. Ой, далеко не уходи. Да вот не упадет, я на него щит кинул. Да блять, я хотел на него боб кинуть, но ладно. Да ладно. Походи. Налево можешь поворачивать, будет далеко не иди. Ты один с лучом можешь по всей карте хуярить. Ну, по войду вообще нахуй не дамажит. Только к своим не подходи близко. Назад разворачивайся. Угу. Сейчас напишу Void. Ебать, кого тут сидит? Ну, босс, я ж тебе говорю, манекен. Ну, интересно, что намного прикольнее, чем вы будете. Так, фаза изгнания, побежали. Не через лужу только бегите. Можете через босса пробегать. Void, иди и лови сразу эту хуйню. Дебафы под жопу. Бейте потихоньку. Не бейте! Иначе вы сдохнете. Да сдохнут, блядь. Они сейчас продамажат и сдохнут. Ну я могу сам себя убить просто. Поймали дебаф, этот убьем. А, не-не-не, стоп, стоп, стоп. Еще, не бьем. Еще нельзя, еще нельзя бить? Не-не-не, вон, видишь, возмездие бездны висит на нем. Бьем. Добивайте. Нужно это бьет. Это ж так добьем.
Обычная фаза через 5 секунд. Обдотайте, давайте, давайте, обдотайте больше. Добивайте босса. Босса, босса, добивайте. Бейте, бейте, бейте. ГЦ. Возьми а квесты, ты там, Влад, не забудь только. Берите, если кому-то надо что-то. А, ну, ты, блядь, групповую просто возьми и сделай просто групповую. Сейчас. Ну, сейчас каждый сам за себя, а то лук уже стоял. Пускай, ну, тут говно одно упало, нет. Никому не нужно, мне кажется. Давай, давай на ДК-шку. Нам ДК-ха нужно. Так, чешуйку взял, а куда она делась? Я не вижу ее. Она не может в ключах, скорее всего, появится, посмотри. Короче, взять не могу нихуя. На молчазар. Да хуй его знает. Смотри сам, можешь взять, потом отдать. Агрите, буду давай хилить. Бей. Сейчас. Надо пойти квест сдать. Что после него будет, кто знает. После гнева пустоты. Магик. Магик, потом магик, Гроль. Магик. Ну, у меня уже КД. Где? На следующей неделе. После Мелчизара магик Грол будет, да? Нет, потом гнев пустоты, вот который сейчас был. После Мелчизара. Ну до гнева тебе дойти хуйня, все? То есть не особо проблема. Ну да, можно копыта не убивать, убить гнева, да и все. Хотя копыта это топовая сережка, надо его по КД сливать. Так, бля, вы там где? А чем она такая топовая? Хорошо прокает? Ну она ДПС дохрена дает. Ну вот смотри, я во фросте, у меня так 20, там 21. Нет, как погибель ты? Не убита. А о, когда это серьга, то у меня 26-27 как вид. А у меня это есть уже сосуд с кровью Мактеридона, оказывается. Ну он просто, видать, падает. Ну это есть глюк такой, что он падает. И эта херня есть. Повелитель Гронов. Ну, тебе повезло, чё. Ё-моё. Так. Пламя и прах, что это такое? Ночная погибель? Ночную погибель убить в гере, епт. О, ничего себе. Ай, погибель интересная. А после погибели что там будет? Все. Все. Почка кончится. Я думаю, со следующим контентом что-то введут. Если. Ну, когда добавят остров, там, т.д.т.п. Лучше, блять, добавили улучшение шеи с острова. Вот это согласен. Вот поддержим. Это да. Хотя но они бы сказали, не будут добавлять. Добавили улучшение шеи с островом, все будут продолжать ходить только с ней. Типа, другие шеи можно вообще с боссов не вводить. Круто. Я думал, 2 недели еще ждать. Ну, на погибель можно в любой день пойти, да и убить ее. $195 То чувство, когда у тебя, блядь, 292 из 290, да, нахуй? Еще 180 кристаллов до следующего плюса, блядь. Наркоман? Там кто сейчас следующий? Молчазар. Молчазар. А мне там кем быть? Танком? Танк. Да, танк будешь. Я этот в танке. Короче, себе посчитал бислист с хардкапом мастерства 4Т4. Да потом возьмешь 2Т4, 2Т10, 2Т5. 2Т5 на фуриков вообще надо отдавать. У маргинала там фурик 27к. Да, то есть изи вообще. 27к без шема. Я видел. Этот. Да, ты с ним соревновался. Я с Асура или как-то так, нахуй. Я видел с ним. Саджир? Нет. А фишка про товары там в чем? Там же, я так почитал, там же ничего особенного нет. Прожимка Т4 все равно рулить будет.
Сейчас релоу прожму. Ну, там да фича, что Т4 типа прожимка, а Т5 это, ну... Ну, какая-то хуйня придумали. Там, по-моему, типа соло-таргет. Блять. Ну, типа, смотри. У тебя сделано на этот, на проклятие диспел? У меня, да. Отлично. Я ж не бомж. Так. Это, смотрите, в чем прикол Т5. Прожимки есть у хилов. Там ДЦ купол кидает, еще там разные хилы. То есть... Сколько у нас милишников? Эльрей, да, и Фрэмфиш. Да, можно я всегда буду стоять, а Эльрей побегает. Здорово. Короче, ты... Давай, Эльрей, ты подбегаешь, хорошо? А, хожу налево еще. Блять. Ладно, так. Влад, стоишь на максимальном рейнже от босса, соответственно, на котором можешь лупить. Далее. Как его? Сейчас я распределю меточки. Так, у нас раз, два, три, четыре, пять, да? Пять меток. Это знаешь, как будет? Бля. Мы за полчаса успеем? Да. Угу. Соответственно, если не будете тупить. Когда мы тупили, пф. Чулан, на нас диспел будет. Всегда диспелю всякое говно в рейде. Всегда всеми классами, которые могу диспелить. Так, тут смотри. У да, нас погоди, приоритет. Я объясню тактику, успокойся. Дальше. Лот, поставь шкаф. Далее. Соответственно, хожу налево. Сейчас вот и Эльрей, как вы смотрите на босса. За спиной будет стоять Фрэмфиш. Ну что, ну вагон. Далее. Хожу налево. Ты убегаешь в сторону вот этого дымка. В сторону правого, как вот сейчас смотришь, на правую сторону убегаешь, в рейнджу 10, где-то в рейнджу 8-10 от всех, то есть кого увидишь, где, блядь, этот дымок, вот сюда где-то, примерно. Далее, Эльрей, ты убегаешь вот сюда. Дымок кинул. Дальше, для чего это делается? Босс кастует, сейчас рейд я буду линковать. Босс будет кастовать постоянно кольцо мрака. Если вы стоите близко друг к другу, соответственно, вас будет хуярить по 10 тонн. Дополнительно, если... ну, и дополнительно 20-ка, если будет кто-то с вами рядом стоять. То есть, грубо говоря, 20 тонн по вам ударит. Ну, вот мы стоим с царем, да, и нас ударит... Мне 20-ка влетит от моего, ему 20-ка, и еще 20-ка сверху от его. То есть, короче вместо ребят... 20-ки влетит 40. Да-да-да, короче, влетит 40 тысяч. Соответственно, для этого вы держите рейндж. Соответственно, милишники отбегают. Дальше. Соответственно, где-то после 80% хп, босс, то есть после... того, как мы раздамажим он до, да, 80% хп, босс будет кидать проклятие истощения. Это проклятие, во-первых, замедляет на 50% и уменьшает эффективность исцеления и наносящий урон от способности на 80%. То есть ваш направленный хил по человеку или от вас, короче, на 80%, соответственно, дэмаг. Но этот, сразу говорю, это должно как работать, как правильно, вообще должно на 75%. Но, ребят, готовьте диспелить даже с самого начала босса. Колопосос, это тебе и Димке. То есть самое часто. Главное, блять, ну где-то раз в 15 секунд. Увидел нормально. Ну то есть я, чтобы успевать дамажить, хорошо. Дальше, соответственно, ваш приоритет, продиспельте сначала хилов. Давай, Касуки, себя с Айнозадом продиспелишь.
А ты лопасос, диспель сразу этого. Хожу налево и эльрея, потому что иначе просто они могут сдохнуть. А потом дальше диспелить танков и тому подобное. Соответственно, остальных. Кидается, что ли? А? На всех. На всех сразу? Да, на всех 10 человек сразу. Далее. Соответственно, когда мы... Это вот будем бить босса. И еще на 75% будет кидаться пожирающее пламя. ДЦшник, от тебя должны также щитки быть как же, так же, как и на копыте. Иначе просто все сдохнут. Войд, от нас надо будет, когда скажу, прожимки, потому что со всем пожирающим пламенем надо сбегаться. Но тут тайминги нарушены кольца мрака. И если мы сбежимся, то он кастанет кольцо мрака и плюс пожирающее пламя, это просто шок. Соответственно, стоим на месте. Я буду держать... хожу налево, давай огненную ауру. Возьмешь. Я возьму сосредоточение. Соответственно, будешь, если что, еще мастер аур прожимать. Когда скажу. Далее, соответственно, когда мы доведем его до, сейчас я вам скажу, до 50%, нет, один, раз, два, три, так, 40, 30, нет, 20, до 40% он начинает нас телепортировать по мирам. Первый мир – это врата пустоты, огненные просторы. Если что, ориентируйтесь по метке, там надо будет упереться просто к одному булыжнику. Просто стоять, бить. Он будет откидывать танков, но там это не особо сложная врата пустоты. То есть просто бьете, танки там будут меняться, это я войду еще повторю. Дальше, соответственно, танков там будет откидывать или кого-то будет откидывать, соответственно, подбегаете в толпу. Все. Дальше. Каждая врата пустоты – это 10% его ХП. Еще раз повторю. Далее. Следующие врата пустоты – это ледяная пустошь. Там он будет кидать, как его, шипы, которые на... Если вы стоите на пути, соответственно, человека и босса, на которого он кидает шипы, вас также шипами продамажим. Там набираем рейндж. Ну, милишники также бьют. На 21%, даже на 22%, там, если что, подобьем. Как его? На 21% мы стопаем. Как его? Ждем, пока будет откатят ГКД триник. Там прожимки и тому подобное. И только тогда мы будем переводить босса на последние врата пустоты. Это врата пустоты Черный лес. Это самая жесткая фаза, соответственно. Также она будет идти до 10%. В этой фазе он рандомного человека в рейде будет брать контроль. Я там поставлю босса или Войд поставит босса. Соответственно, поставим мы там к этому, к деревцу, к обрубку. Соответственно, босс будет стоять к вам спиной, все становятся под жопу босса, бьют босса. На этой фазе мы даем геру. Далее, названный человек должен будет убежать. Это может быть хил, это может быть танк, это может быть ДДР, ДД. Соответственно, этот человек должен выбежать из рейда и отбежать как можно дальше. На него босс будет кидать контроль, соответственно, с него, он законтролится полностью. Дальше он, призовется около него 5 скелетов, эти 5 скелетов пойдет в рейд, пиздить рейд. Соответственно, чтобы вывести с этого контроля, надо человека раздамажить. Мы этого делать не будем. Надеюсь, понятно. Мы льем чисто в босса. Дальше 10%, если сносим, ну, соответственно, он будет несколько человек брать в контроль. Когда фаза закончится, он телепортанет всех сюда. У него останется 10% его ХП. Соответственно, встаем сразу же под меточком. Меточки я сейчас назову, кого куда поставить. Соответственно, также добиваем просто босса. Вот, меняемся на 7 стаках. Ты первый начнешь или я первый? Давай я. Че, в кресте, да? Да. Просто зайдешь с правой стороны и в крест ебнешь.
Соответственно, отбегать мы будем вот сюда в угол. Сейчас дымок кину. Нас особо сильно не продамажит, так что так вот. По истечению седьмого стака, соответственно, как его? Просто кончился дебаф. Ну и ты, если что, этот, как его, еще анонсируй, потому что я буду еще следить за рейдом, если на те 7 стаков. То есть я буду забирать босса, когда дебаф кончается, и идешь и просто, как его, на 7 стаков идешь и забираешь босса. Он как раз под 7 стаков заточен. Далее. Так, по тактике я вроде все объяснил. Соответственно, дальше. В квадрат у нас станет Касуки. В ромбик встанет у нас Айнозад. В царь обезьян будешь в треугольнике. Лопасос будешь... Не-не-не, давай-ка треугольник будешь лопасос. Царь будешь в звезде. И лог будешь в печеньке. Надеюсь, у вас достанет босс. Я со звезды, скорее всего, доставать не буду до босса. Ближе подойдешь чуть. Скажешь, чуть ближе, да. Если что, вы этот, как вы, ребят, еще раз повторю, вот эти метки, они не точные. Посмотрим еще как. Смотри, в кресте будешь должен стоять ты, Войт, а не босс. Понял? То есть, если не будешь доставать, чуть-чуть подойдешь. То есть, соответственно, все вот эти ромбик, квадраты, трусы чуть-чуть сместятся к боссу. Так. Рыбу поставил, этого босса должны бить под сапротами. Если сапроты никуда не девали, соответственно, у вас они должны остаться. 21 минута. По тактике я вам все объяснил, соответственно. Ребят, не тупим, пожалуйста. Ну чё, копыта идеально слили. Должны и тут слить. Я чуть-чуть запутался, но думаю, освоюсь. Ну тебе главное до вот этих... Там что-то метка это выносить, это не выносить, что-то так вот это вот. Я чуть-чуть освоился, но думаю запомнил. Смотри, тебе до фаз врат пустоты, тебе надо просто диспелить и бить босса. Все, это твоя задача. Дальше. Соответственно, когда врата пустоты, на первых вратах пустоты, тебе надо подбежать к булыжнику, я там поставлю босса, то есть нормально все. На вторых вратах тебе надо набрать рейндж, бить босса. Довести его до 21%. А, еще забыл сказать, ребят. Главное на вратах пустоты ледяной пустоши на 21% слить его не когда он кастует. Иначе мы просто сразу можем ложиться. Потому что когда он кастует, он сразу не телепортируется. Он потом до этого места, до следующих врат просто бежит. С одних врат до других. Соответственно, на третьих тебе на вратах, на последних вратах пустоты, тебе, если тебя выберет в этот, как его, выбежать и все, и стоять курить. Давайте и башить, что ли. Чек на готовность. Все готовы? Отчет на пол. Давай. Ставь. На пол войда. Все, норм. Норм. Стой. Кольцо мрака увидели? Хожу налево эльрейд. Отбегайте. Отбегай. Хожу налево, не слакай. Все, уже каст прошел. Он кастует, босс, следи за этим. Проклятие. Диспелим. Отбегай. Так, сейчас проценты выведу. Големы прохиливаются. Да, големы прохиливаются, куда не надо. Сколько войдет так? Мстительная порча, да? Чародейское раскалывание. 6. Угу. Сейчас будет 7, пойдем менять. Угу, все. Все, отбегай в тот угол, я забрал. Танков можете диспелить в самый последний момент.
Блять, големы щитки будут сбивать, пиздец. Сколько там на нее? 6. Дал прожимку. Прохил, прохил рейда. 7. Скинул. Забирай, забирай. Жимка есть, если что. Угу. Я сказал. Да, прохил. Так, давай. Угу. Хожу налево, в следующий раз готовься этот, как его, отдать этот мастера. Давайте, 8%. Надай. Убираю сейчас. Забрал. 2%. Нужно наберите. Прохил рейда. Все, первая врата. Прохил рейда, быстро. Сюда идем. Я прожался, если что. Упритесь в этот булыжник. Все, просто прохиливайте рейд. Бьем. Я подведу босса, не беспокойтесь. Вставайте в толпу. Да-да-да. Наливайте. Все, отлично. Рейнджу набирайте. Рейнджу между друг другом. На 22%, даже на 23% стопайте дамаг. Че, ты позабрал, что ли? Нет, козялок. Он доставал. Да, супер. Козялок до хера. 3%. Стоп, стопнули, стопнули, стопнули по боссу. Все стопнули. Диспельте. Продиспельте. Че, каз, подождем, да? Так, ребят, отталкивайтесь. То есть как его? Не-не-не, пусть этот прожимки. Че у вас там с маной? Нормально все? Только танки бьют, никто не трогайте, не вешайте ничего. Продиспельте. Надо желательно 5 танков сохранить, чтобы потом брустануть. Ну сохраняй, сохраняй, ничего. Забирай, Войд, забирай. Я одной пыткой взрывом буду бить. Поддамаживай пока что. Поддамаживай, царь только поддамаживай. 0.9, 0.8. Стоп, 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 стоп. Влились. Все влились. Влились, прохилили рейд. Войд, я заберу на этот, поставлю. Ага. Геру дали, дамажим. Стой меня. Если что, прожимка есть. Давай, давай, забирай, забирай с меня босса. 8 стаков. Зов мертвых на войде. Что делать, убежать? Да все уже. Бейте босса. Все. По местам. По местам, встали. Войда продамажили. Войда продамажьте, потому что иначе я сейчас лягу. Мало. Сколько у тебя там? Кольцо мрака. 253 тысячи. А, ладно, хер с ним. Бейте босса, бейте босса. Слили Войда. Бейте босса. Это повезло называется, да? Да, нормально. Бейте, бейте, бейте босса. 15 стаков. Зубы дай по мне. Захилим. За печенье ГП. Что ты сразу не сказал? О, можно мне печенье? Да, подарить? Пусть нахуй уходит так. Успокойся, да, ты нахуй. Да, мне давайте. Рольте кого надо. Даггер, Роги, отдайте моему. Хорош. Мацо, надо кому? Квест этот. Кому есть? Надо квест этот с Молчезара? Берите мозги. Наконец-то. Пошло и месяц. Так, порту я вам ставлю. Всем спасибо. Тебе спасибо, мой сладкий. Погибли только не, одному человеку. Налево. Я хилю, бегаю. Нет, я сегодня нет. Несколько побольше. Побольше народу наберется, тогда пойдем. Давай, 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 заходим.
сложного вообще? Я ничего не заметил. Ну, Чилан, когда у нас такой ДПС, да, мы тут были, блядь. Это было просто... я имею в виду вообще, в принципе, по тактике. Я что-то не заметил ничего сложного. Единственная сложность, которая у меня была, когда мы в каких-то этих ебенях были на рынже, было сложно диспелить, потому что я не доставал всех, потому что все очень далеко. Да, а так... Да. Тут видишь, ну, диспел метку вынес, что там все сложного. Нормально. А что мы без ЕПшной сделаем Кару Инст, Кару Гер? Без ЕПшной будет вообще? Сделай на Ласта, убитие Ласта, какой-нибудь ЕП и все. Только Ласта, к примеру. Ласт. Ну, дай мне пати, накинь 400 ЕП всем дай нахуй. Он чулан. Дай пати, пати. Так, у кого там? Кто чулан. Там Рейл остался? Лопасос, раздай царю и мне, пожалуйста. Сейчас. Кого еще пати? Царь. Все, сейчас я накину. Дольше идти до этого босса, блядь. Трэш долгий. А что там на погибели? Да, на погибели, Войд. Как его? Будет, как его? Чуть-чуть побольше народу. Пойдем погибель убьем. Ну, видишь, как его? Просто некоторые люди очень сильно ДПСят. Сейчас в нашем рейде. Так что это было очень просто и легко. И еще хилл. Все проки просрал с этим диспелом. Просто брок и триня, а я стою фигачу диспел нон-стопом. Думаю, сука! Я магом бурсты включал, и тут надо диспелить так же само, блин. Ну что поделать? Фаза такая. Я хотя бы дот успел накинуть, блядь. Хоть что-то, какой-то дымак был. Не, ну, слышишь? Видишь, по тактике здесь ничего сложного. Если не тупить, то есть, блядь, он убивается легко. Тёма, минусани мне с этого бомжа. Блядь.